Сегодня приехала машина UPS и привезли нам коробку новых вин. How much money is it? 220. За $220 6 бутылок. Это вот Джей был с семьей, многочисленной семьей. Больше 20 человек на Russian River этим летом. И так как он является... Короче, он состоит в клубе Winery. Ему из нескольких Winery присылают 2 раза в год. Каждый год, 2 раза в год присылают вина. Вот сейчас посмотрим, какие вина пришли нам сегодня. Вот открыли коробку. Здесь барбекю соус. И готовит его. А вот вайн. А, Зинфандел. Зинфандел. And this is a 2009. No, this, this. Oh, yes, it's barbecue sauce made with Zinfandel wine. А, вот 2 бутылки вина. Вот вина. Он входит в состав ингредиентов соуса для барбекю. Ты же хвостиком машет. Окей. But we don't use this wine for that sauce. This wine is too good. 2009, this is 6 years old. Uh-huh. Very good. Very good. 6-летней давности. Короче, не свежее вино у нас. 6-летней давности. А это уже вот посвежее, 13-го года. Grapes 2008. Even older. Это 2008 года 2 бутылки. И опять Зингфилд. Зингфилд? Угу. 13-го. Короче, 4 несвежего вина, бутылки и 2 свежего. Ужас, у нас уже это винище, уже надо пати устраивать. Подтягивайтесь. Будем пробовать калифорнийские хорошие вина. Now we drink red wine. Now? Not right now. Ah, это all wine. Yes, all from these people. From these people, all red. Three different wines, 2 bottles each. What? Now I put them away. Вот такие вина. В мае и в октябре мы получаем.